Встречаем образцовый ансамбль народной песни «Младушка», город Биробиджан. Арсеньевскому и Дальнегорскому. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, от лица духовенства и мирян Биробиджанской епархии примите поздравления с завершением регионального фестиваля «Ярмарка хоров», который проводится в рамках межрегионального грантового проекта, возглавляемой вами епархии, как часть конкурса «Православная инициатива 2015». В рамках регионального отборочного тура вашего фестиваля в Биробиджанской епархии был проведен смотр хоров,
приуроченный к десятилетию Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана. Это стало настоящим событием в культурной жизни епархии, благодаря труду многих коллективов, пожелавших принять участие в смотре. Согласно решению жюри, в Арсеньев мы направляем лучший коллектив отборочного тура. Благодарим за приглашение присоединиться к проекту и желаем вам благословенных успехов в утверждении культуры святого православия на Дальнем Востоке России. С любовью о Господи, епископ Биробиджанский и Культурский Ефрем. Этот приветственный адрес для вас.